проблемы. Откуда-то бензин капает. Собака китайская. Как нехорошо-то. Сейчас будем что-то делать. Надо к берегу плыть. Устранять поломку. Да. Итак, что нам покажет скрытие? Китайское чудо техники, елки. Тут-то здесь трубопроводом. Снимать сейчас надо будет. И смотреть. Самое интересное, что когда двигатель вытащили на землю, он перестал капать. При этом я его не кантовал, когда он стоял на трансе. Бывает, когда бензин не выработаешь и поднимешь двигатель, он капает. А сейчас все сухо, шланг сухой. Вспомнилось мне, что когда я этот моторчик себе присматривал, то кто-то писал, что бывает залипает поплавок в поплавочной камере. Там постучать вроде как надо. Как один из вариантов. Сейчас, блин, бензинку сольем. Иголочки попробую пошевелить. Может, там что? Ну что, вроде там поправил поплавок, насколько смог. Заработало. Надо же. Ну, видимо, действительно что-то с поплавком. Ну-ка заглушим. Еще разок. Все. Вот так вот, век живи, век учись. И на чужом опыте в том числе. Видимо, действительно что-то в поплавочной камере было. Завис поплавочек.